Приветики, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о гараж-сейлах в Америке. Вот такие таблички ставят на дорогах центральных и ставят там адрес свой и стрелочки по направлению к вашему, ну, к дому, где идет торговля. Люди выставляют туда ненужные вещи, которые им уже не нужны, но они имеют хороший вид, и другие могут ими пользоваться. Вот такой небольшой обзор хотела бы вам показать. Многие переезжают, а многие просто готовят целый год. Кто-то делает свое рукоделие, кто-то подготавливает вещи, стирает, ставят цены, а потом, как начинается весна, выставляют вот так все на столах, на улицах, на улице. И целый день сидят, торгуют. В основном это начинается с четверга, пятницы и субботы, эти дни. Люди ездят по дорогам и смотрят таблички, и по табличкам уже направляются к гараж-сейлу. Вот. Тут можно найти все, что угодно. Все, что людям может не нужно на данный момент. И часы, и посуду, и много запчастей. Вот. Мотоциклы, машины. Вот все-все. Вот мед продают. В общем, все, что людям хочется продать. И у нас нету никаких рынков. Там некоторые говорят блошиные рынки, еще какие-то рынки. У нас таких рынков нет. Поэтому у нас делают как бы в огородах, на ярдах, вот такие вот сейлы. И многие ездят, покупают, иногда находят антиквариат, картины, посуду, красивый фарфор. Вот так и катаешься. Иногда целый день прокатаешься, как в музее, но ничего не купишь, ничего для себя не найдешь. Люди продают намного дешевле, чем в магазинах, и очень многие интересуются. Вот, спасибо вам за просмотр. Оставайтесь с нами. Кому интересно, подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!